Смотри, какая красота. Берем. Да. Блин, надо тебе такое померить. Папа, у нас такое же есть. А у вас такого много. Меняемся. Не-не-не. Приветики, с вами Диана, и вы на канале Daily Play. И сегодня мы будем прогуливаться по центру города. Кириния или Гирне? Или Гирне. Или Гирне. Да. В общем, кому кто знает, удобно. Кто знает, тот напишите. Да, в общем, на Северном Кипре. Да, это город на Северном находится. Кипре. Город находится, это портовый город, очень такой немаленький, в принципе. И сегодня мы будем прогуливаться. Сейчас мы начинаем свою прогулку с набережной. Вот так вот она выглядит, но это еще не самый центр совсем. Мы вот только пришли, поэтому... Да, мы только пришли, мы только осваиваемся. Нас тут, как говорится, высадили. Да. Вот, поэтому мы сегодня будем... О чем мы? Давайте, в общем, давайте так. Пока мне сейчас жарко. Давай. У меня есть предложение пойти на шопинг. В шопинге, то есть в шопах, точнее в магазинах сейчас как раз хорошо, прохладненько, солнышко в голову не светит, то еще и кондиционеры работают вовсю, наверное, да? Поэтому я предлагаю все-таки пойти в центр, куда-то туда и что-нибудь... Лиля сейчас спросится на качельке, но качель... Лиль, на качельках очень они жарко. Просто сейчас раскаленные, вообще раскаленные, поэтому... Мы пойдем хотя бы да. На них сейчас глянем, да, потом пойдем спрячемся где-то да, в холодок. Да, кстати, море там, где мы живем, оно намного чище. Ну, потому что это портовый город, во всех городах немножечко такое море чуть-чуть грязноватое. Ну, оно, я бы не сказал, что прям грязное, прям такое. Ну, у нас чище. Оно по крайней мере, чище, чем черное, однозначно, да. Но, а да. Но там, где мы живем, у нас прям кристальные, кристально чистые пляжи. Да. Можно все увидеть, что где кто плавает. Да. И, кстати, здесь очень много рыбок, такие маленькие. Что там тоже можно плавают. Все увидеть. Все видно, ну, да. Всех рыбок. Мы только что такую большую рыбу увидели. Такую где-то сантиметров 30, да? Длиной. А, такая а большая. Мы еще, помнишь, мы с тобой ныряли и видели вот такую вот неоновую рыбу. Именно неоновую рыбу. Да, мы видели и неоновых рыб, мы видели и рыбу иглу, да? Да, и Лиля тоже видела, куча потому тут всяких что рыбок. После лестницы там была вот такая малюшенькая рыба икла. Ага, да. А мы видели с папой огромную. А ну площадка. Смотрим. Лилечка, как смотри, коробка. Какая площадка. Ну, правда, сейчас на ней жарко гулять. Мы попозже пойдем и погуляем. Да, сейчас очень жарко на ней гулять. Все-таки нужно попу обпечь. Пока сядешь на какую-то качельку или на какую-то горочку, так и все, и горит попин. Ну что, пойдем? Пока мест на солнышке очень жарко, очень печет. Такой прикольный, это что? Бывший маяк, что ли? Ты, смотрите, так мы попадаем, получается, как раз тут яхты сейчас увидим. Вау! А ну-ка, дошли мы, куда мы дошли? Здесь красиво. Я бы сейчас ткнулась, мне очень жарко. Ну хорошо, что у тебя есть шапа. Шапа? Да. И что она дает? Во! Тут уже вау, смотрите. А. Вот тут уже самая красотища начинается. Да стоянка яхты. Поэтому яхта это. Хотя здесь красивее побольше яхты. Вау! Здесь много, сколько яхт. А, смотрите, бухта, заливчик такой для яхт. И да. Тут куча яхт. Куча прикольных. Вот. Да, тут можно. Есть спортивные, прям такие, видимо, мощные, такие очень серьезные. Есть такие прям под кораблики. Такие коричневые, видите, вот там тоже прикольно. И парусные яхты, куча парусных яхт. И скоростные яхты, всякая. О, смотрите, какая здоровенная там яхта. Смотрите, да, вот там, да? Большая. Ну это ж бухта, заливчик такой, да. А здесь рыбы, гляньте, они прям вообще по поверхности. Нормально. Вот там над камушком. Рыбки-рыбки. Тепло. Такие стайки мальков тусуются. Да. Вон такой. А вот здесь вот большие побольше будут рыбы. Да. Ну пойдемте. Пойдемте на шопинг. Я уже не могу, так душно. Погнали на шопинг. Я хочу на шопинг.
хотят на шопинг. Нам сказали, что это будет сейчас мороженое фокус-покус. А ну-ка. Два. Два мороженые. Давай. Окей, бери. Бери мороженое. Бери, держи. Эй! Эй, камон. Бери. Нет. Окей, давай. Пока. Хорошо. Не было мороженое. О, нет, то мороженое. Окей, хорошо? А мама? Держи! Хочешь? Да? Окей, спасибо. Бай-бай. Нет. What? What? Oh. Давай мороженое говори. Где? Нет мороженого. Нет. Финиш. Бай-бай, пока. Давай, бери. Ай! Ой! Sorry. Okay, for you. This is for you. Hop, parash. Oh. Нет проблем. Нет проблем. Возьми. Пока. Ой. Возьми. Ой. Okay. Хочешь? Мороженое достали с трудом. Прикольные такие фокусы вообще. Оно какое-то тягучее, оно необычное, не такое, как обычное. Видела какую-то такую большую гору, и оно у него не падает. Как тебе, Диан? Как жвачка, да? Ну, оно необычное какое-то, действительно. Оно состав его такой необычный. Оно тянется, да? Ой. Оригинально. Ну, а вкусное? Вы ели такое мороженое? Да, напишите в комментариях, сладкое. Кто ел такое мороженое. Очень сладкое. Диан, тебе не нравится очень сладкое мороженое, что ли? Не очень. Чего? Не знаю. Ну, и Лиля что-то не оценила. Будет маме и папе. Лилюсь, тебе что, не понравилось? Вы к такому просто не привыкли. Кушайте. Чего? Класс. Сладкое. Сладкое. Ну, нравится. Мы тогда будем мучаться с мамой. Мучайтесь. Хорошо. Ням-нямка, да, мама? Ням-ням. Супер. Нам салфетки давали, вкусные. Зато с вами поигрались, а мы теперь кушаем. Да. Да, крутое мороженое, оно очень вкусное, реально вкусное. А, зря вы, девчат. Я думаю, уже все, слюлю. А Лиле нравится. Это мороженое. Нет! Лиле просто непривычно, оно откусывается совсем по-другому. Да. Угу. И оно очень сладкое. Я не люблю сладкие мороженое. Класс, а мне нравится, не заходит. Я покушаю мороженка. Кушай. Ага. Еще у нас мороженым зарядили. Ну классно, классно. Мне понравилось. Фокус. Фокус-покус понравился, тетка. Мороженое фокус-покус, да? Ну, конечно, когда тебе дают уже все, все, давай, бери. И забирают, и там второй рожок. Не прикольно. Прикольно? Вообще не прикольно. Прикольно, прикольно. Мы уже зашли в магазинчик. Лилечка уже себе выбирает какую-нибудь то ли юбочку, то ли шортики, то ли платьечко. Сейчас
Сейчас нашли, да, вот такие вот прикольные костюмчиками с фламингами. Да, с цветочками фламинго, прям и бантики, прям вообще мимимишные. И что, вы будете вдвоем ходить в одинаковых костюмчиках? Но это не точно. Лиля у нас тяжелая на подбор, да, Лиля? Черную юбку на лето, жесть. Пижамка с игрушечкой. Пижамка с игрушечкой, с облачко с ножками. С игрушечкой рядом, жесть. Прикольненько. Ну что, вы мерить пойдете? Подождите, мы еще хотим, чтобы вам смотреть на костюм. Померим? Да никак. Да на носики. Да на носики. О, видишь? А что такое? Надо платить. У нас Лиля категорически отказывается покупать какие-нибудь шорты. Она вообще категорически не любит покупать себе новые вещи. Мы уговорили ее на вот это платье. Померить и вот это. Все, идем мерить? Наконец-то! Что, померим? Мы с шортиками. Смотри, хочешь? Есть очень красивый костюм, здесь футболочка и шорты. Она сказала, что ей не нравится. Ну, может быть, такое бывает. А тоже вот смотри, такой же шортик. Я пошла мерить. Лиля, вот такие, а это плотные. А такой не хочешь костюмчик? Ну еще, пойдем, кроме платьичка, еще что-то. Пойдем сейчас померим, потом будем. Ну ладно, идем мерить. Лиля экономит семейный бюджет. Это когда у Лили был день рождения, ей там немножко денег подарили. Мы говорим, Лиль, пошли тебе каких-то одежек, купим игрушек. Я не хочу, мне ничего не нужно. Обнять и плакать. Ох и Лилия. В общем, примерили мы это платьечко. Оно вроде бы красивое, но великоватое. Да, Лилия? Большое. Сейчас мама пошла в поисках нового. А ну... Вау! Плачь. Какая красота! А ну дай, дай-ка. Ой! Смотри, какая красота! Берем! Да! Лиль, надо тебе такое померить! Шикарно, да? Да! Прикольное платьице! Подожди, это по-моему. Или это не платьице, это комбезик такой, да? Да. Я такое искала, потому что мой комбезик, он стал на мне моим. А у тебя джинсовый был комбезик такой прикольненький, да. Легенький, да? Да, этот круто. Мне нравится. А, здесь лямки от загоревшего. Посмотрите вы. Большое надежда. Посмотрите. А ну встань сюда. Смотрите. Вот. Встань сюда. Да, ну оно, конечно, прикольное, но на тебя оно великоватое. Какие классно. Вау, я Лилечке подобрали легенькое платьечко такое. Бирюзовая, да? Такое сразу на море хочется, как обычно. Да, это платье? Возьмем? Тебе нравится, Лилюсь? Не, не, оно как раз то, что надо. Оно с завышенной талией. Берем? Что? Не хочешь? Все, мы определились с покупочками. Наконец-то уговорили Лилю. А вот такие вот шарики. Мне очень понравились. А ну приложи к себе, Лиль. Классно. Потом увидите Лилю в шортах. Ну такой костюмчик, очень такой нежный, приятный. Наконец-то. Уговорили. Можно так сказать, уговорили на этот костюмчик. Укатали. Да. Она перемерила кучу платьев, да, Лиль? Да. Штук, наверное, 6 точно. И что-то и не то, и да не так. Не то, да не так. Да. Напишите в комментариях, у вас тоже такое бывает. Ну, в принципе, наверное, это нормально. Если тебе что-то не нравится, то это не берешь. Так было бирюзовое, очень красивое платьечко. Ну, были еще там, были платьечко такие, очень прикольно шли Лили. Но что-то не то и не так. Ну, в общем, определилась она со своим выбором. В общем, вот такое вот шортики и вот такую вот штучку. А я себе взяла такие шортики на пляже, у меня не было. Да. Понравился еще такой купальник. Купальник. Мне.
такой бордово-красный, он не бордовый, такой алый, можно так сказать, да? А даже не алый, бордовый, в общем, так сказать. И костюмчик я на его примеряла. Да, ну и костюмчик уже видели, да. Так что мы довольны. Да, все, девчонки, давайте идите, скупляйтесь. На кассы, вперед! Погнали! Здесь провели, да? А то и больше, наверное. Прогуливаемся. После удачного шопинга, можно так, так здесь сказать. Здесь тоже везде магазинчики, Луи Виттон на каждом шагу, какой хочешь. И турецкий, и китайский Луи Виттон, и грецкий. По самым последним трендам. Здесь, кстати, очень многие ходят, типа, и под бетоном. Да. С чемоданчиками, сумочками, и как хочешь. Да. Лиля уже, кстати, переоделась. А ну смотрите, как Лиля выглядит. Такой взгляд. Взгляд такой таинственный. Нас тут удивило в этом городе, что здесь нет пешеходных переходов. Да, в принципе, нету пешеходных переходов. Даже на таких переходов. Серьезных дорогах пешеходных переходов нет. А совсем, совсем и светофоров нет. Здесь минимум вообще. Да, очень мало светофоров. Вообще, я буду минимальный ходить минимум. Потому что мне, когда иду в очках... О, типичный. Да, у тебя что, потеет? У меня потом потеет глаза. Перекресток. Вот, перекресток. Довольно-таки сложный перекресток. Он хоть и узенький, узенькие улочки, вот такие односторонние движения. Вот оттуда машина едет в ту сторону. Ни одного пешеходного перехода. Даже этот. Вот мы идем. Да, у нас был бы уже здесь светофор, не один. Да. Регулировалось бы кому, куда, что идти. Вот, смотрите, вот пешеходный переход. О, это что-то наподобие, но знака-то нету никакого. Нету никакого знака. Да, с той стороны, справа или слева, должен на столбе висеть знак за 30 метров, что пешеходный переход. Ух ты, вот смотрите, какие прикольные тут магазинчики сувенирные. Позаглядываем. Куклы индианки, вот это вот, да? Куклы индианки. Из племени майя. Да. Это афроамериканка, куколка, мальчик и девочка, и няшки. Прикольно. Собачка. Собачка отдыхает, собачке жарко. Часы. Ну, говорят, тут рынок не дешевый. Это рынок для туристов, можно так сказать. Модные Гуччи очки. Модные вот такие вот, правда? Да всякие разные модные. Прикольные модные такие очки, модные Сваровски. Что вот твои единственные, Лиля? Шортики? У тебя еще одни есть. Это ты, кстати, мне выбрал. Шортики джинсовые? Да, это я тебе выбрал. Спустя два часа твоих скандалов. Да, Лилюсь? Вот проходишь вот эти тренинги, кондиционеры. Кондиционеры все работают? У всех работают в магазинах кондиционеры. И везде, везде открытые двери. У нас наоборот, закрывают двери, еще пишут, закрывайте двери, потому что работает кондиционер. О, так это дороже получается, да, курс. О, я еще и выиграл, походу. Круто. Чем ближе к пляжу, тем меньше курс. То есть дешевле лира. По отношению к доллару. А мы куда, прямо? Ну идем прямо, можем сразу идти, в принципе, влево туда. Пошли туда. Бегом, мы немножечко так против правил. О, тут опять же наподобие что-то. Мы только сказали, смотрите, опять пешеходный переход. Прикол.
Ну, не очень похож, конечно. Да, ни знаков опознавательных, ничего, в принципе. Шли-шли и нашли вот такенный магазинчик. Прикольный такой магазинчик, который торгует рахат лукум. И такую витрину выставили, чтобы мимо люди не могли пройти. Папа называет не рахат лукум, а рахит лукум. Рахат лукум, не это, не позорь меня. Он прям смотрит на нас, да? Киви, черри, какой-то джинджер с яблоком, с апельсином, с арбузиком. Султан коконат, какой-то интересный султан кокос, пайнэппл, ананас. И пошло-поехало. Любого вкуса, любой, что вы хотите, то все на... Вот сколько конфеток. Ну, конфетки обычные, да? А вот это вот и вкуснямба, я думаю. Так, решились немножечко пройтись по косе такой, скажем так. Вот она в море, прям вот такая коса идет. Ой, красивые такие виды, домики, гляньте. Пиратский корабль, вы видели пиратский корабль такой? Мы что-то его не рассмотрели, давайте его рассмотрим поближе, да? Смотрите. Его арендуют для детских вечеринок. Вау. И там что, горка такая? Гляньте внизу. Мама, да. Горка в воду? Да. Не, я за этот ближний, который. Ну, так мы за этот. А где горка? Внизу. А, точно, горка внизу, вон там, да-да-да-да-да, точно. Прям туда, он получается не плавает, ну то есть он не ходит по воде, я имею в виду, никуда не уплывает отсюда. А мне кажется, ходит, ходит, ходит. А мне кажется, не ходит, а мне понравилась вот эта вот яхта крутая. Какая? А вот эта вот, я на нее смотрю перед этим пиратским кораблем стоит, да, здоровучая, такая красивучая. Да и вот такая неплохая, да? Там не самолеты твои. Форенд, все, давайте арендуем. Аренд. Принцесс называется. Легко. Я не умею водить. Да. Я уже оседлал даже праворульную машину. Но все-таки, да, ну то есть я научился водить ее с правым рулем машины. Теперь нужно, значит, переключаться. Теперь надо уже на яхты браться, да, да, да. Да. Не, на самом деле это берется с капитаном в аренду. Конечно. Прикольно, это же кто-то живет там в тех домиках прям. И там вот в стороне мечети вот тоже Сабрина, такая тоже интересная кораблика. Лодка такая большущая стоит с горкой в воду. Видели? С желтой горкой такой? Да. Большущая такая, большущая тоже. Яхта, можно так сказать даже. А мы продолжаем поход вон к тем вот шикарным кораблям. Здоровенным. Это еще не большущие, это такие большие. Оба-на! А вы видели, девчата? Смотрите, вот Happy Dolphin с капитаном, с такой трубой стоит. Вот да, сейчас я приближу. Да, да. Видите, прикольная такая? Да. Яхточка. Да. Кораблик. Парусный кораблик. Сейчас я наведу немножечко. Вон по центру. Получается, вон там мужик такой стоит с подзорной трубой. Статуя капитана. Прикольно. Пират такого. Это ж есть прям, берут себе яхты, в них и живут. Ну да, так шикарно. Просто иногда вот эти вот качания на волнах немножко напрягают, если долго так качаться. Ну, те, кто привыкают спать на качаниях волн, они потом не могут спать на обычной спокойной кровати. Да, им надо подкачивание. Им нужно вот такое вот укачивание. У них очень сильный дискомфорт. Ну, потом привыкают, конечно. Ну, конечно. Да, вид отсюда очень серьезный. Так это какая-то крепость. Вы видели, где мы находимся? Да. Это же крепость. Видимо, оборонная какая-то тоже крепость, большая. Да, в этом городе есть крепость. Толщина стены, вы видели? Да, здоровенная. Большучая. Да. О, Диана решила залезть. Ну и что? Давайте я поснимаю. Давай. Так. Камера у меня. Вот. Давай сюда поставим. Красота. А кто меня снимет? Вау. Голубое море.
горы, тут море. Красота. А море реально красиво. Ну, море как море, в принципе. Лиль, помаши привет. Мам. Ой, давай подходим. Ну, может, через кипятку. Ай, мы не дойдем до тех красивых больших яхт. Мы не дойдем. Коса наша заканчивается. Почему она называется косой? Ну, потому что насыпь, как будто такая искусственная насыпь в море. Видишь, получается, вот справа мы море видим, и слева уже, вот уже открытое море. Это вот бухточка называется, да, вот это вот бухточка для кораблей специально. Она строится специально для того, чтобы заходили вот сюда корабли. Вот эта коса, она искусственно сооруженная, то есть она искусственно насыпанная камнями такими, булыжниками здоровыми. Вот эти вот стены, это все не просто так. Отошли недалеко от моря, от этой бухточки прикольненькой. И вот что наблюдаем. Вот попали в парк прикольный, а девочкам понравилась такая вот штука. Что это такая за штука? Это водичка для кошечек, собачек, бродячих. Да. Видите, здесь же жарко всегда. Вот, чтобы не мучала жажда, чтобы они не пили с моря. Молодцы. Они могут так прийти в парк и попить. Люди, волонтеры, так вот это водичка, а это еда, фуд. Вот. И, кстати, мы нашли. Что мы нашли, Диан? Что мы нашли, скажите. А мы нашли пешеходный переход. И такой прикольненький, кстати, да? Вот один пешеходный переход. И вот второй, правда, стертые. Но, тем не менее, они здесь существуют. Ура, товарищи! А это такой огромный фикус, что ли? Глянь. Ого-гошечки, ого-го. Это действительно здоровезный фикус. Это фикус еще, это тот фикус, который дома у нас. Да, это домашний фикус, только он такой здоровучий. Вот это да. Давайте посмотрим. Ничего себе. Оказывается, тот фикус, что растет у вас дома, какой может быть огроменный. Он высокий, страшное дело. Это дерево целое. Да. Ага. Диан, ты что дерево обижаешь? Я приглохнула море. Да, это уже комнатным растением не обзовешь, да? Вау, а это что такое? Это парк такой интересный. Утки для собачек. Там корм, а здесь... Будочки для собачек тоже, да? Да. Класс, оригинально. Нашли вот такие вот прикольные деревья. А в чем прикол состоит? А в том, что вот начинаются листья, и они так интересно пострижены, да? Вы смотрите, где Диана находится. И здесь, где вот находится само дерево, сам корень. Метров 5. Смотрите, прикол. Вообще... Я в шоке, я такого еще не видел. И это все подстрижено так красиво. Дианочка, не дергай, потому что сейчас поломаешь. Не дергай, Диан. Вот. Их таких раз, два, три, четыре дерева таких оригинальных. Мы такого еще не видели, реально. 5 метров вот такой вот, как бы крыши. Можно спрятаться под дождем, если... То есть не под дождем, от дождя. Прикольно, оригинально. Вообще круто. Круто. Зашли в кафешку перекусить так себе, да, нам и вот такое вот их кухню, но мы ничего не понимаем, так меню выбрали так по картинкам. Ну смотрите, какая у меня вкуснямба. Все гриль. Так, это микс. Называется блюдо чикен гриль микс. Чикен гриль микс. Да, тут еще рисик есть, такая лепешка, это они любят такие лепешки кушают, я так понимаю. Картошечка, салатик. Так, Диан, а ну хвастайся. У нас называется чикен донор. Ну, нарезка, как будто вот шаурма, вот нарезка, да, шаурма. У тебя получается куриный шашлык вот такой вот, вот куриный шашлык. А здесь получается нарезка, как будто из шаурмы. Ты получается. Не придави рис. Да? Ой, потому что я его не рис. Ем. А с чем это рис? С рисом. Рис какими-то коричневыми. С рисом. А ну попробуй, Диана. Это рис? Не, вот эти вот коричневые. Да, попробуй. Диана что-то не хочет. А мне интересно попробовать то, что я никогда еще не пробовала. Интересно. Ну, листья салата, помидорчики, огурчики, ой, капусточка. Да, у меня точно такое же. Вот такое вот интересное. Ну, сейчас будем пробовать. Я даже не знаю, это турецкая кухня или не турецкая.
Ну как? Ну вот, судя по лепешке, ну да, кто в курсе? Ну, мясо вкусное. Мы во Львове иногда кушали греческой кухни, то есть греческую кухню, да, были, вот греческая кафешка. И вот там вот эта вот лепешечка похожая вот на вот это вот. Не знаю, может быть, и действительно и здесь что-то похожее будет, но блюдо выглядит оригинально, в принципе, вкусняшно. Можно было и два на нас четверых, да? Да, да. Мы взяли одно на двоих. Вот это много, а ну, пробуй. Вкуснее. Вкуснямба. Ну и порции не маленькие. Не маленькие порции, я бы сказал. Берет для своей вилки, нет? Так, девочки, вы мне дадите одну вилку? А ну, кстати, попробуй. Вот эту. Мясо вкусное. А ну, Диан. Давай свои впечатления. Так. Я хочу, чтобы ты положила. Давай, кушай. А то я жду. Я тоже хочу украсть у них. Картоха такая интересная. А большая мишка. Ну что? Во. Вкусно? Куриный шашлык. Картошка фри. Куриный шашлычок. А где-то у нас круганая сейчас попробуем. Вкусно? Папа, у нас такое же есть. А у вас тут много. Меняемся. Не-не-не. Вкусненько, с такими специями. Но не остро. Хорошо, что не остро. Буквально не нравится. Супер. Мне вот это нравится. А, так она на косточке прям, да, что ли? Да. О, вот оно что. Оно прям на кости. Ой, вот это настроенное вообще очень вкусно. Я думал, это филешка нажаренная просто такая на костре. Прикольно. Так, мне тоже очень хочется. Так, все, я кушаю.